33 тысячи гектаров леса горит в Забайкальском крае. Каждое утро на огненной карте появляются новые красные точки. Осложняет ситуацию жара до 35 градусов и выше, плюс ветер, он разносит пламя все дальше. Почти все очаги глубоко в тайге, в труднодоступной местности. В тушении задействованы 4 тысячи человек и 1000 единиц техники. Часть пожара вспыхнула из-за гроз. Высохший в жару лес поджигает разряды молний. Но нередко стихия возникает и по вине человека. Выполнили сегодня один полет на тушение природных пожаров в районе населенного пункта Харагун. Особенность то, что населенный пункт находится далеко от водоемов, поэтому всего 5 заборов, 5 сбросов выполнено. Результаты положительные. Полыхает и в Якутии, там пламя уже подбирается к жилым домам. В Намском районе огонь бушует всего в 4 километрах от села Модуд. На стороне стихии аномальная жара, температура воздуха превышает 30 градусов, при этом сильный ветер. Горят леса и в Бурятии, 10 тысяч гектаров охвачены огнем, затронуто 12 районов. В ряде населенных пунктов жители организовали добровольные дружины, которые патрулируют территорию, где есть очаги возгораний. Люди стараются не допустить огонь к домам.